Самарскую школу номер 72 Руслан Руднев окончил в 98 году. После учебы поступил в Качинское высшее летное военное училище. Летчик-штурмовик, полковник, командир воинской части Руслан Руднев служил в Дальневосточном объединении ВВС и ПВО Вооруженных сил Российской Федерации. Погиб на территории Донбасса. В память о подвиге Руслана на здании его родной школы появился мурал в напоминании будущим поколениям о героизме наших соотечественников. Вечная слава павшим героям. Я уверен, что здесь, на Самарской земле, память о Руслане Игоревиче Рудневе будет сохранена всегда. На торжественном открытии мурала брат летчика прочитал стих о его друге и Руслане Игоревиче, которые вместе служили и боролись с нацизмом. «Не плачьте обо мне, ведь я летаю в небе с командиром. Ведущий он, а я иду за ним. Мы жизни отдали, чтоб дети наши жили. Там вырастут они без нас теперь. Не плачьте обо мне, я жил достойно. О многом я мечтал и многое успел. Служил стране и долг отдал ей кровью. Но жизни я без неба не хотел». Указом президента Руслан Руднев посмертно награжден орденом мужества. Летчику было 40 лет. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.